Так, приветствую вас, ребята. Короче, игруха Астрофанг супермашина, космическая машина, представляете? Во. Вообще закачаешься, игра. А вот, на Z нажимаешь, он, короче говоря, доедет. Во-во-во, все, я вспомнил. Да, а вы это, короче, ракетки. Вот у меня всего 97 ракеток. Кстати, гоночка, закачаешься. Я, блин, завтыкал посмотреть, какого на года, но видите, как все четко, да? Вон, смотрите, все, я разбился, короче. То есть, вообще так прикольно, да? То есть, тут вообще и другие гонщики есть. Они реально тебя пытаются там подставить, да, там, короче. На бордюры тебя выносят, да? Ты их можешь ракетами уничтожать. Вон, короче, вообще закачаешься. Ну, явно ход какой-то старый, да? Потому что сразу это видно. Причем машина падает по-разному, то есть ты можешь выруливать, да, и она падает вот на колеса, и ты можешь ехать дальше. Бывает, падает типа на спину, и все, и типа гонка закончилась, да? Как бы вот. Так, 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 ага, ой. Больно много тут этих машинок гребаных, а. Ну, нормально, мы уже проехали, кстати говоря, обратите внимание, да? О, что-то взяли. А, ускорялка. Нифига себе, тут даже ускорялка есть, ребята. Бляха, а это что такое? Все, видите, а, не разбился, едь, братишка. Да, и видите, чем дальше, короче, едешь, чем больше приколов. Он уже и ускорялку мне дали, и какие-то приколы на дороге. Так, отлично, ага. Нормально, ой-ой-ой-ой-ой. Бляха. Давай-давай-давай, едь. Интересно только узнать, на каком я сейчас месте еду, да? Не совсем понятно. Или тут, типа, нельзя финишировать первым, или тут, типа, надо какие-то рекорды ставить, я вообще не могу понять. Все, докатался, еще один. Да вы задолбали, вас больно много, а я один. Тут машины какие-то бесконечные, да, обратите внимание. Но вообще, гоночка, кстати, прикольная, она меня приятно удивила. Блин, надо будет потом только посмотреть ход выпуска, да? Ну, в любом случае, увидите, я когда ж видео залью, там потом описание появляется, да, и там есть год выпуска этой игры. На крайняк я даже залью в эту самую, как ее? Как ее, ёпты. Сам, да, в комментариях напишу, да. Но я уверен, что это где-то какие-то 80-е годы, наверное, 85-й год, да. То есть меня еще даже на свете не было, не то что, вернее, даже на свете, меня еще даже в проекте не было, как говорится, да. А игрушка, между прочим, реально достойная. Прикольная такая гоночка. Я вообще вот люблю такого вот вида гонки, да, вот шоп направо. А что это за шоп, не понял. Фига себе, тут можно что-то покупать. Смотрите. Колеса он какие-то. А где увидеть, сколько у меня денег? Я что-то просто не вижу. Скоя там есть, да. 62 ракеты я вижу, а я не вижу, да, где увидеть, сколько у меня денег. И как, собственно говоря, что-то купить. Ладно, короче, я чуть не раздуплился. Ну ладно, мы все равно очень долго играть не будем, да, поэтому... Может, в принципе, и смысла особого раздупляться нету. Как бы вот. Но вообще не... А, нет, хотя мы, походу, что-то купили. Кстати, мы быстрее стали ехать. Нифига себе, да, чуваки, мы что-то купили все-таки. Да, что-то купили по-любому, потому что, кстати, скорость увеличилась. А я ж ничего не подбирал, правильно, никаких ускорялок. Вообще надо будет еще этих взять ракеток по-любому. Бляха, сейчас меня опять занесет. Че, все, приехал, да? Ага, походу я приехал. И че? Че, Enter нажимать? А, Game Over, я просрал, представляете? Вообще жесть. Continue. Yes. А что нажать-то надо? А, о. Ну давай, стартуй. Ага. Стартуем. Не, прикольная игруха, мне правда понравилась, удивила меня приятно. Да, видите, у меня так скорость максимум вот сейчас будет, да? А, не, хотя она увеличивается, да. А, ну да, не, такая же скорость. Мне что-то показалось, что она была больше, значит, получается. Да, игруха реально приятно удивила, я ее даже, пожалуй, ставлю на компе, чисто так поностальгировать, хотя в такую я не играл, опять-таки, да?
Ну, вообще прикольненько. Почему я же тут в магазин я сижу? Я не удивлюсь, если эта игра в натуре какого-то там 80-го года. Даже если 90-х, да, даже если 90-х, то, в принципе, даже в 90-х, в начале 90-х, не часто были игры, где ты мог как-то апгрейдить свои там машины, да, или что-то вроде того, покупать себе какие-то вещи в магазинах, да. А тут как бы вообще крутяк такой, да, можно вещи какие-то покупать, апгрейдить машину. Почему вот новые и новые фишки все появляются, да, то есть вообще классно. Ой, я еще ушалку взял, закачаешься. Да блях, вот эти приколы, да, синие. А, ну, правда, их проехать нереально, я вообще не понимаю. Их же проехать на туре невозможно. На такой скорости, да? Они когда появляются, там, ну, невозможно никак вырулить. Это единственное, может быть, их ракетами можно взрывать. Успевать как-то, да? Я просто еще не пробовал ни разу. Может быть, вот такой вот вариант надо попробовать, да? Бляха, да что ж такое-то, а? Давай, едь, едь, братишка. Я не понимаю, в чем смысл. Надо приехать первым или надо просто тупую набирать очки какие-то, да? И будет ли меняться трасса, да? И вот еще что интересно. Потому что пока что одна и та же трасса, да? Так, все, взорвали всех пуфелов. Так, ага. Блин, скоростуха просто бешеная. Знаешь, опять врежусь, да. Там надо, походу, иногда сбавлять, да? Когда ты вот так уже нормально-нормально проехал, надо, наверное, немножко сбавлять, а то он так скорость набирает, что можно просто обосраться. Так сказать, братишки, да? Взорвали, взорвали фуфел. А прикиньте, так в реале, да, вот так вот где-то едешь в городе, да, там пробка большая, а ты взял, короче, вот так вот ракету запустил, повзрывал машины, от них даже следа вообще никого не остается, да, при этом взрыве. И все, едешь себе дальше, и дорога свободная. Вот это закачаешься. Вот это я понимаю, блин. Нанотехнологии, технологии будущего, да. Опять они мне шоп показывают. Ну, я с шопом так и не раздуплился, честно говоря. Короче, как там покупать. Поэтому не будем туда ехать. Падал, он меня протаранил на эту фигню, видали? Скоты что творят, а? Специально меня столкнул к столбу. Сейчас еще проедем, сколько сможем, да? Да, надо вот скорость сбавлять на этих больших поворотах. Тем более, она не сильно-то и падает, в принципе. Потому что там просто нереально бывает вырулить, да? Сразу же в столб врезаешься. О-о-о, так, все, сбавляем скорость. Так, так, ага. О, все, я уже, кажется, наконец научился даже кататься на этих машинах. А че я перестал ехать? Я ж нажимал газ. Че, я опять просрал? Так я же нажимал газу, типа, да? Блин, я сначала только не нажал. А, видите, это оно, типа, показывает, наверное, докуда мы дошли. Да, там видали, сколько мы даже половины трассы, походу, не проехали. Нифига себе. Я, честно, думал, что там трасса не такая большая, я, честно, аж подофигел, да? Ну ладно, что-то я подзамахался, в принципе, гулять. Ну, игрушка реально прикольная, я сейчас даже специально посмотрю год выпуска в комментариях, если что, напишу. Ну, хотя я жу, я когда залью, там, скорее всего, оно на автомате напишет год выпуска, но игрушка, конечно, закачаешься, мне понравилось. Как для тех годов, довольно-таки неплохо. Много функций, да? Ну ладно, чуваки, на этом, пожалуй, закончим. Я вам, как всегда, благодарен за подписки, за лайки, и за просмотры. До новых встреч. Пока.